Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Сочи-2023» на федеральной территории «Сириус» объединил более 400 спортсменов из 53 регионов нашей страны. Башкортостан представлял краснокамец Ильяс Гайфуллин, тренер по настольному теннису детей от 6 до 10 лет. Пройдя отборочные игры, Ильяс вышел в финал и занял второе место по настольному теннису. Здоровье, здоровый образ жизни, спорт – это взаимосвязанные виды. Направление, которое мы стараемся в нашем муниципальном районе поддерживать, и всегда радует, когда наши спортсмены завоевывают призовые места в республиканских и федеральных соревнованиях. Я от всей души поздравляю Гайфуллина Ильяса, который порадовал нас в очередной раз и сейчас смог поддержать нашу республику Башкортостан на всероссийских соревнованиях в Сочи, завоевав серебряную медаль, второе место, такого не было раньше никогда. И это первая серебряная медаль для республики принес наш воспитанник. Наши спортсмены укрепили статус Краснокамского района как одного из лучших в спорте. Благодарю тренеров, всех, кто помогал этому успеху, который принес нам Ильяс. И желаю всем спортсменам удачных стартов на всех республиканских, муниципальных и федеральных соревнованиях. Ильяс Гайфуллин – постоянный участник сельских спортивных игр по настольному теннису и неоднократно становился призером этих соревнований. В этом году он стал чемпионом республики в финальных соревнованиях по настольному теннису. И на Всероссийском фестивале «Сочи-2023» он в очередной раз доказал свое упорство и волю к победе.